Всем привет! С вами Мария, вы на канале моего хобби. Сегодня мы с вами свяжем узор, вот такие интересные ромбы. Это лицевая сторона узора. Узорчик. Вот так красиво выглядит изнаночная сторона. Очень аккуратно. Надо тебе книжку взять. Вяжется легко и быстро. Используются в вязании изнаночные лицевые петли. Для узора необходимо набрать количество петель, кратное 8. Итак, первый ряд. Провязываем первую кромочную, снимаем. Далее вяжем 4 лицевые петли. Одну изнаночную петлю и 3 лицевые петли. Данную комбинацию будем повторять до конца ряда. 4 лицевые, 1 изнаночная петля и 3 лицевые. Второй ряд, и все четные ряды мы будем с вами провязывать по узору, по тому, как лежат петли. Вот, если мы видим изнаночную, вяжем изнаночной. Если видим лицевую, вяжем ее лицевой. И так вяжем до конца ряда и все четные ряды. Я в видео, чтобы не занимать время, буду их четные ряды пропускать, будем вязать их самостоятельно, потому что они провязываются вот по рисунку, как лежат петли, вяжите. Приступаем к третьему ряду. Провязываем 3 лицевые петли, 3 лицевые петли, далее изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, 2 лицевые петли. Повторяем и вяжем до конца ряда. 3 лицевые петли, изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, 2 лицевые петли. Четвертый ряд вяжем по рисунку, четный ряд. Вяжем самостоятельно. Пятый ряд. Провязываем 2 лицевые петли, далее изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так вяжем до конца ряда. Шестой ряд. Провязываем все петли, как лежат. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Седьмой ряд. Провязываем 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля. И так до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Закончили ряд. Приступаем к восьмому ряду. Вяжем, как лежат петли. Тоже будет лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Вяжем до конца ряда.
девятый ряд. Провязываем. Изнаночная петля, лицевая, изнаночная. Теперь 3 лицевые петли. Изнаночная петля, лицевая. Эту комбинацию повторяем до конца ряда. Десятый ряд. Все петли провязываем по рисунку, по узору, как они лежат. Самостоятельно вяжем до конца ряда. Одиннадцатый ряд. Провязываем. Одна петля лицевая, одна изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 1 изнаночная. Повторяем до конца ряда. 12 ряд четный, вяжем по рисунку, как лежат петли. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Сейчас мы находимся ровно на половине нашего раппорта в высоту, провязав 12 рядов. Приступаем к 13 ряду. Вяжем 1 изнаночная петля и 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повторяем до конца ряда. 14 ряд вяжем по рисунку, как лежат петли. Вяжем до конца ряда. 15 ряд провязываем. 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4. 5 и 1 изнаночная петля. Вот наш ромбик идет уже, верхняя часть на сужение. Такую комбинацию вяжем до конца ряда. Ряд 16 четный, вяжем как лежат петли, вяжем до конца ряда. 17 ряд. 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля. Теперь 3 лицевые, изнаночная и лицевая. Повторяем комбинацию до конца ряда. 18 ряд. Вяжем по рисунку, как лежат петли. Девятнадцатый ряд. Вяжем лицевая петля, изнаночная петля. Повторяем до конца ряда. Лицевая петля, изнаночная петля. Видите, уже заканчиваем наш ромб. Так, и 20 ряд мы вяжем так, как лежат петли. Получается тоже лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем до конца ряда. 21 ряд. Провязываем 2 лицевые петли. Далее изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Такую комбинацию вяжем до конца ряда. 22 ряд. Провязываем все петли по узору, то как они лежат у нас. Вяжем до конца ряда самостоятельно. И вяжем 23 ряд.
провязываем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Далее. Изнаночная, лицевая, изнаночная и 2 лицевые. Вяжем до конца ряда. Так, и вяжем 24 ряд. Это завершающий ряд нашего раппорта в высоту. Вяжем то, как смотрят петли. Вяжем до конца ряда. Вот, закончили до конца ряда. И смотрим на наш образец. Посмотрите, какие красивые получились ромбы. Это лицевая сторона. Это изнаночная сторона. Вот наш первый образец. Вот наш второй образец. Если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам большое за просмотр.